Здравствуйте! С вами швейный советник. В этом видео мы расскажем, как поставить закрепку на кружевах. Еще один лайфхак при пошиве белья в вашу копилочку. Как закрепить концы оверлочных строчек? Выбираем трехшаговый зигзаг. Устанавливаем минимальную длину стежка, которая возможна на вашей машине, и максимальную ширину стежка, в нашем случае 7 мм. Оверлочный хвостик заправляем под шов и фиксируем булавкой. Игла находится в крайнем левом положении. Размещаем край оверлочной строчки непосредственной близости у конца иглы. Опускаем лапку. И делаем несколько стежков. Обрезаем ненужные хвостики. Получилась вот такая аккуратная закрепка. Машине не нужно было продвигать ткань, игла двигалась у нас в поперечном направлении. На изнанке мы закрепили припуск и закрепили оверлочный хвостик. Теперь вот то, что у нас из-под закрепочки торчит, мы просто срезаем ножницами. И все у вас будет прекрасно держаться и не распустится. Особенно удобно такие закрепки ставить на кружевах. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самое интересное. Вступайте в нашу группу ВКонтакте «Курсы кройки и шитья швейный советник». И помните, всегда можно сделать проще. С вами был швейный советник.